Всем привет, друзья! Доброго времени суток! 12 ноября, исторический день, когда я первый раз после долгого отсутствия вышла в эфир. Кот поддерживает меня. Прошу любить и жаловать. Красавчик, да? Ребята, очень долго меня не было в эфире. И жизненные обстоятельства. И я уезжала еще в Черниговскую область. И коллекция моя была без присмотра практически, без моего внимательного к ней отношения. Вот. Ну вот, перебрались мы наконец-то на место зимнего, на место зимовки. Это запад, западное направление окон. Здесь меньше солнца, но светло. Я, может быть, буду устраивать небольшую подсветку для суккулентов, но по большому счету не планирую это делать. Из-за всяких не зависящих от нас обстоятельств. За это время у меня две потери, ребята. Покажу их. Вот там серо-буро-малиновый. Эхиноцериус кнепелианус. Еще руки до него не дошли его отправить. Долгое путешествие на радугу. И еще гимнокалициум нейхубера. Вот он. Так я ждала его цветения. Он собирался 2 года подряд цвести. Бутончики даже мне показывал. Но куксился и все-таки не выжил. Жаль, конечно. Но по многим. Я многие растения как будто бы вижу в первый раз. Серьезно. Так долго я отсутствовала. Не поливались они, кстати, с 5 октября. Кактусы стоят без полива с 5 октября. Но суккуленты я поливала даже вчера, которые были не политы. До этого поливала. Часть полила вчера, часть полила за 2 дня до того, как переносить. Они тут поразрастались, требуют стрижки, и их немножко, наверное, переукоренить, которые разрослись, и какие-то, может, даже и убрать лишние, потому что они поразрастались во всех горшках по 10 штук одного вида. Но когда доходит дело до того, чтобы их убирать, мне жалко. Собираешь их, тыкаешь все отвалившие листочки в горшки, и вот результат. Они разрастаются, потому что все имеет свойство размножаться, и мы имеем то, что имеем. Давно не показывала. Цвело очень мало кактусов. Ну, как гимнокактус, как обычно, по этому самому лобивия цвела. Цвел. Кто-то еще цвел, но я уже не помню. Честно говоря, ребята, меня просто не было возле даже. Я и давно и не фотографировала ничего. И, в общем, все вижу как будто бы в первый раз. Так, что я хотела сказать. Да, полив. Вот видите, в октябре аж полив. Они у меня все, я их повернула. Видите, они все наклонены на меня, смотрят. Теперь я их отвернула в сторону, той стороной, которая стояла до этого в тени. Теперь они к стеклу стали, чтобы немножко их как бы выровнять. Они выровняются за зиму. Включен конвектор. Температуру я установила на 12 градусов, чуть-чуть попозже, но это потому, что политы суккуленты. Потом я ее поставлю на антизамерзание, то есть 7 градусов. Я думаю, что это объективно необходимо, потому что и очень дорогая электроэнергия и все такое прочее. Думаю, что они сухие стоят очень давно.
И думаю, что они выживут. Ну, а кто не выживет, что же сделаешь? Да, вот тут у меня вообще лобивия какая-то белая. То ли на нее клещ напал. Прям белая стоит. О, божечки. Да, от клеща, ребята, я планировала, но тоже не обработала, потому что у меня не было. А планировала. Ну, вот так. Так бывает. Придется делать раннюю весеннюю обработку. Клещ находится в коллекции практически постоянно. Я с ним не справляюсь кардинально, его не убираю, потому что, ну, мне жалко растения. И все-таки в квартире такие очень сильные препараты, и мне использовать не хочется. Опять-таки, мы здесь находимся, и кот, и, в общем, поэтому. Так, чтобы сильно я с ним не борюсь. Ну, просто поддерживаю какую-то численность их так. Сильно много их, конечно, приходится разбираться с этим клещом. Так, ну что? Что еще? Сейчас цветет дювалия. Покажу ее вам. Вот она есть отдельно в горшке. И вот она как типа в садике. Вот просто скидываешь их в один как бы горшочек, растут, не растут, в общем, по-разному. Да, полила, сухие вот они стоят, прямо сухие. Так, что еще? Наверное, будет свисти, где она? Не найду сейчас, что я хотела сказать. Ну, в общем, что-то собирается еще цвести. Будем посмотреть. Да. Красула вот это будет цвести. Да, цветет сейчас плюмоза глобоса мамилярия. Ну, этот год как бы такой тяжеловатый для. Я планировала посеять кактусы, может, еще посею, конечно, под зиму. Семена есть. Ну вот. Пока не наблюдаю я возможности за это взяться. Да, вот там еще, наверное, цветочки будут у этой. Не, стапелия, нет, не стапелия, что-то другое. Не помню уже, честно говоря. В общем, вышла поздороваться, ребят, на самом деле. Рада всех приветствовать. Желаю всем добра, мира и здоровья, самое главное. Пока-пока.